На то, чтобы сделать прививку, уйдет не более 20 минут. Они пойдут на посещение всего двух кабинетов – процедурного и доброчебного. Меряем артериальное давление, меряем сатурацию и температуру. После всего, если нет обострения хронических заболеваний, отправляем в кабинет номер 217 для прививки. Сейчас как раз золотое время для того, чтобы провести вакцинацию от гриппа и пневмокока. То, чем мы сейчас и занимаемся. У нас на данный момент работают стационарных 6 пунктов прививочных. Это по корпусам нашего подразделения. И 2 пункта – это в ТРЦ «Бум-Сити» и «Аэропарк». В Бежецком районе прививку от гриппа можно сделать в любой день. Все 6 районных поликлиник работают ежедневно, включая субботу, а в воскресенье вакцинальную эстафету подхватывают в прививочных пунктах «Бум-Сити» и «Аэропарка». Полностью обеспечены вакцины и от гриппа, и от пневмокока. Вакцина противогриппозная «Савигрипп» – отечественная вакцина, которая себя зарекомендовала с положительной стороны. Она активна в отношении всех наиболее актуальных штаммов вируса гриппа, которые могут встретиться в нашем регионе. Прививочная кампания по гриппу в регионе стартовала в сентябре. Поначалу люди активно включились в защитный процесс. Но сегодня за прививкой приходит не более 200 человек в сутки, что для 130-тысячного взрослого населения Бежецкого района крайне недостаточно. Причем, кроме стационарных пунктов, работают и мобильные прививочные группы. Работодателю будет выгодно, если в период всплеска эпидемиологической обстановки его работники будут не болеть. Нам будет выгодно, что люди не болеют и меньше обращаются к нам с заболеваниями. Людям выгодно просто не болеть. Поэтому мы организовываем выезды и на предприятия, организовываем выезды к лежачим пациентам на дом. Для выезда на дом и бесплатные прививки от гриппа в коллективы поликлиники обеспечены санитарным транспортом. Более активное население медики призывают найти в своем распорядке 20 минут и потратить их на получение полноценной защиты от гриппа и пневмонии. Алексей Есипенко, Анатолий Чекрыгин. События Брянск.